начался трудный матч, как мы и рассчитывали. Но соперник чуть прижался и мало зон нам оставлял. Но, тем не менее, наш план на игру работал достаточно неплохо. Мы моменты создавали. Оставалось только их реализовывать. Чуть-чуть с этим были проблемы, но, надеюсь, я встряхнул команду на 33-й минуте. Чуть завел их, и пацаны добились нужного результата впереди. Так что с оптимизмом смотрим вперед. Да, график будет тяжелый впереди, но это наша работа. У других команд график ничем не лучше, так что все в наших руках. Все в наших руках, как я уже сказал, и мы будем стараться. Эта игра очень важна, я думаю, из этих четырех самая важная. Надо обязательно выиграть и набрать 3 очка, тогда сможем войти в четверку, которая позволит нам побороться с Еврокубки. Все мысли только об Арат Армении сейчас, и я думаю, можем добиться нужного результата.